Всем привет! Вот такой вот экстренный, скажем так, выпуск. Сегодня поехал в магазин, купил малинезию баллон тигровую и вот такую оранжевую, да? И вон такой, даже не тигровая, леопардовая, да? Вот самочка. Ну, пока я ее вез, эта малинезия начала рожать. Нарожала она прямо в пакете. Вот. Пакетики вот таких вон малечечков, в принципе, так как я не видел и не был к этому готов, скажем так, принимать роды в машине, вот нарожала здесь, вылавливал и с очком, и из пакета их вынимал. Ну, в общем, вот такое, то есть, в принципе, она вон еще продолжает рожать. Вот, то есть, в принципе, вот малыши, она еще рожает. К этому я абсолютно не был готов, так как эти нерестовики, в принципе, не были готовы. Вообще не был готов я к живородке, скажем так. Ну, вот такой приятный сюрприз. Сейчас будем клеить еще одну банку.